А сегодня у нас пришла пора Eterna Mine. Казуальная игра, симулятор, кликер, аркада, местами Tetris, местами Vampire Survivors, местами не пойми что. В общем, давайте разбираться. Так, играем, новая игра. Что у нас здесь стандартное есть, пусть то и будет. Нас это устраивает, нам самое главное посмотреть на игру, на геймплей и сразу получить первое достижение. Спасибо. New game, запустить игру после обновления 2.0, я вообще ее впервые. Так, мы голые, с бородой, в каске. У нас есть ноги, но нету ручек. Так, мы можем перемещаться, мы можем... Эй. Эй, это майн. А, отправиться к майну. Вот он, майн. E interact. Unlocked. Go here. Пойдем. Так, какие-то 5 токенов у нас есть. Но мы, смотрите, это шахта. Мы можем спуститься. Мы, кстати, реально можем спускаться. Он очень быстро падает. Хорошо. Какая моя задача? Здесь мы можем что-то продать, правильно? А что мы можем добыть? Как нажимать? Левая кнопка мыши? Левая кнопка мыши, друзья, нажимать. Причем я просто зажимаю, и он бьет. Ну, то есть это кликер. Да, это действительно кликер. Каменный блок добавлен в блокпедию. Так, нам необходимо набрать некие 5 токенов. Давайте попробуем это организовать. Тут вроде бы можно как-то их... Ух ты. Нет, все еще выбираюсь, ладно. Пойдет. Нужно быть осторожным. А если я ниже спущусь? Сбоку я не могу копать? Нет, не могу копать я сбоку. Я не то, что не могу копать. А, вот, я могу спуститься до самого низа. Работаем. Сейчас мы пятак заберем, и будет хорошо. Так, вы сломали несколько камней, и неплохо было бы прийти к торговцу и продать это все. Тавро. Зажимаем просто вверх и бежим к нему. Ой, аккуратненько, пожалуйста. Продано за 60. Замечательно, отличная работа. Теперь неплохо было бы купить заточенную кирку. Если что, друзья, поскольку это кликер, я сейчас проверяю автокликер. И он, как вы видите, работает и очень даже неплохо. Вон как шустренько мы разбираем. Но нам нужно вернуться в вестибюль, в лобби. Поехали. Что у нас есть в лобби? Нам нужна заточенная кирка. Это вот это, скорее всего. А вот она, Sharper Pickaxe. Единственное, все как-то немножко съехавшее, да? Sharper Pickaxe, а более крутую мы можем? Пока что нет. Давайте, за 5 покупаем. Что я еще хочу? Давайте сначала по рекомендации мы зайдем в инвентарь. Что это такое? Предмет. Один. Использовать, наверное. Right click to use. Отлично, мы открыли, у нас появились ключи. Так, ну базовые знания нам объяснили, и теперь, в общем, у нас все. На этом наши полномочия все. Так, это... Крейтмастеру нужно отдать, и это крейтмастеру нужно отдать. Бронзовый и серебряный ключ. Хорошо, что мы здесь можем? Больше бэкпэк. Непонятно, зачем нам нужен рюкзак. Быстрее копать будем. Но это быстрее мы копать на автомате будем или как? Больше стоить будут. Больше токенов. Вот больше токенов на самом деле прям нужно. Я бы, наверное, в первую очередь сконцентрировался на токенах, потому что это важно. Пикакс дэмэдж у нас 2. Так, квестики какие-то есть. Нужно продать 10 тысяч денег. Хорошо. Купить следующий слот за донатную валюту, видимо. Что у нас тут продается? Больше скорость перемещения, высота прыжка, максимальное здоровье, хп реген, быстрые руки, использование предметов скорости, Hawk Eye, соколиный глаз, дополнительная область видимости, предметы магнитить будем. Это что? Это увеличение длины, увеличение... различных параметров оружия. Хорошо. Вот этот дядька что скажет? У нас нет ключиков для того, чтобы сюда попасть и идти бороться со злом. А здесь какие противники существуют вообще? Ачивки. Понятно, ну что-то мы уже получили. Шопа какая-то есть. Можно купить Gold Treasure Key.
Давай, поскольку он бесплатно, купим золотой ключик. Нажмите Е, чтобы кинуть монетку. Кинул. И плохо получилось. Ничего страшного. Так, это какой-то топ. Кварешник. Блоки. Это блок Педия, я понял. Угу. Смотрите, бронзовые сокровища. Открываем. И здесь гача. Пошла гачка. Мы получили два подарка. Прекрасно. Открываем серебряный. Получаем, между прочим, 100 токенов. Это хороший старт. Для старта это прям чудесно. Ну и за золотой ключик мы получаем один средний мешочек с золотом. Что это нам дает, пока неизвестно, но давайте откроем. 133 тысячи денег. Здесь у нас что? New skin unlocked. Ага, новый скин на кирку. Я тебя понял. Еще серебряный есть. Это у нас что? Это что-то для создания зельев. Они стакаются? Они не стакаются. Они разные, потому что... Просто это редкости выше. Так, это гемы вставлять. А это еще один ключ серебряный. Давай мы тогда серебряный откроем. Сейчас получим еще пару подарков и еще серебряный, да? Какая-то pet food. Это действительно для животного, для пэта. Ну, пока что нам это рано. Ладно, поехали в майн. Можно покупать. Слушайте, можно понапокупать, на самом деле. Далеко прям понапокупать. Я не знаю, насколько нам далеко нужно. Давайте посмотрим, что еще. Ой, есть шанс целый ряд снести. Бомбер какой-то. Дропнуть бомбу. Это с различными шансами. Шансов, правда, очень мало. Слушайте, есть что-то за сотку? Может быть, взять тогда пока что сотку? Шанс какой-то рандомный блок получить. Прекрасно. Чисто вот ради любопытства это сделаем. Дальше. По тогда участкам. I, J. А вот, смотрите. Максимальный анлок 50 тысяч. Не знаю, что я сделал, но я какой-то максимальный анлок сделал. Хотя, максимум всего не открыл. Так, это уже что-то... Что-то жесткое. Видите, я даже на автокликере очень-очень долго делаю. Поэтому мне нужны токены для того, чтобы увеличить прочность, явно. Золото. Нужно больше золота. Золото — это прекрасно. Давайте я буквально вот пару блоков золота снесу. У меня, по идее, должно было быть сильнее. Ну, слушайте, у меня уже 35-36, вон, мы накопили. Хорошо. Это тоже снесем. Это продадим. Продали за 277. Уважаемо. Будем как раз-таки здесь торговать. Единственное, что нам нужно прокачать сейчас... Урон. Да, урон увеличиваем. Х2. Работаем дальше. Мы вернули... Оно обновилось. Смотрите, есть золотой блок, прям полноценный золотой блок. Давайте я сейчас добуду вот это золото тогда. Добуду здесь. Это золото. Ого. Ничего себе. Вы посмотрите, сколько токенов я уже умудрился получить. А блок очень долгий. Это полноценный золотой блок какой-то такой. Ну-ка. Соточка уже. А там 80 нужно. Так, и добавилось золото, как ни странно. Нам теперь нужно как-то вылезти отсюда. Постараемся. Здесь тогда нужно разрушить вот это не обязательно, но в целом просто пробурим, разрушим, да? Можно пойти тогда и увеличить. Ага, 384, хорошо. Вот эти вот мелкие можно посносить, что-нибудь от этого будет. Вот сколько я сейчас заработал, просто пробежав. 121 за мелкие блоки. Неплохо, мне кажется. Токенов 205, это уважаемо. Для начала сконцентрируемся как раз таки на улучшенной кирке. И на увеличенном количестве токенов, я думаю.
Да, давайте по максимуму прям токены. Просто по максимуму. 26 уровень, прекрасно. Будем больше токенов получать. Чем больше токенов, тем мы быстрее развиваемся. Работаем. Вот. Уже хоть что-то. Мне бы увеличить урон еще бы. Раза в 4. Да, в 4 раза увеличить урон, и в принципе мы будем в порядке для данной зоны. Единственное, по денежкам нам, конечно, придется здесь долго, видимо, посидеть. Так, в прыжке, если что, можно разрушать, это приятно. Нужно взять все-таки различные шансы, хотя бы просто первого уровня. Да, будет всего лишь шанс там крохотулечный, то, что целую полоску мы снесем, да? В то же время, блин, этот шанс у нас будет. Это прекрасно. 585. Отлично, выходим. Что мы здесь добудем? Давайте по одному всего. Так. Деньги тоже возьмем. Это тоже возьмем, тоже возьмем. Все по одному чисто. Там различные шансы как раз пойдут. Все, прекрасно. Это все взяли. Улучшения тут уже не хватит. Но хватит на улучшение здесь. На максимум хотя бы. Хорошо. Квест. Получить. Отлично. Первый квест выполнен. Нужно получить, использовать, вернее, 1000 предметов. Так, я могу маленький мешочек использовать. 14 тысяч. 8 тысяч мне заплатили. Ну что поделать. Кстати, это гембэк. 2 гема. Всего лишь 2 гема было. Маловато. Мне нужно 25. Ладно, работаем. Я хочу пройтись по всем. Мы были в А. Теперь мы пойдем в Б. Это какой-то замшелый булыжник у нас. Сколько мы здесь денежек получим? Вот за то... Ох ты, вот у нас бомба сработала, смотрите. Зато не зря, да. И кстати, а по денежкам-то ничуть не хуже, хочу вам сказать. Удивительно, но это правда... Так, 320 нужно, я запомнил. 320. Следующее давайте в С. Везде должно быть что-то новенькое. Я хочу вот эти вот новые блоки понадкрывать. Так, это уже какой-то особенный камень. Разрушается неприятно. Ну, смотрите, плюс-минус быстро мы зачистили сейчас две линии. И сколько я за это получу? 494. То есть быстро? Быстро. Сейчас мы еще увеличим урон кирки, чтобы еще быстрее это делать. Слушайте, а прикольно. Если честно, я думал об игре хуже. По сути, это да, какой-то такой кликер получается. Ну и хорошо. На расслабончике играем. Прекрасно. Здесь просто больше вот таких камушков стало. Я тебя понял. Там 494 мы получили, да, за короткое количество времени. А здесь 530. Уважаемо. Возвращаемся в лобби и сразу идем к следующей. Е. Вот. Что это? Это медь. Медяшка, по идее, должна еще больше нам добыть. По времени они неплохо ломаются. Единственное, что я бы еще, наверное, x2 замутил. Ну, как раз я вот и коплю токены. На самом деле, в первую очередь, вот... Нужно прокачать урон. Потому что без урона мы точно ничего не сможем сделать. Но, правда, увеличить количество токенов тоже можно. 586. За 3. Ну, такое. $1.28к. Сильно. Но оно того стоит. В F уже идем. Во, есть блоки. Сильные блоки. Копперблок. Так. На один над собой еще дополнительно достаю.
Слушай, ну копперблоки прям такие серьезные. А вот это что за блок? А мы сейчас посмотрим. Он темный, по идее, он тоже должен быть копперблоком, но вдруг что-то другое. Эх, гранатку бы, да? Либо уничтожение всего ряда. Так, 780 получили. Ну, правда, времени потратили чуть побольше, но у нас сейчас токенов хватит для того, чтобы увеличить урон. Х2. Было 16, стало 32. Действительно, Х2. А сколько до следующего-то? Ой, прилично, 5к надо. Давайте покупать... Как раз-таки покупать сначала все первого уровня сделаем. А потом разберемся. Так, G. Поехали. Деньги пока копятся. Так, это лазурит. Это осколки какие-то. Шардстоун. Осколочный камень. Звучит странно. Так, а продал сколько? 720. Слушайте, я прям могу здесь засесть. Я хочу посмотреть просто, сколько вот эти вот блоки. Сейчас, по-хорошему бы нам 5000 очков, конечно, набрать. А давайте я попробую вот это вот все откопать, и мы посмотрим, сколько это будет по бабкам. Сколько там было уже? Что-то я забыл уже, сколько было. Где-то 700, да, примерно. Сейчас я попробую все это откопать и поглядим. О, левел 2. Получен уровень. Это спасибо, конечно. Вот какую-то штуку дали, марганцовку, да, и кристалликов. Хорошо. Я копаю. Так, какая-то инфекция у нас. Внезапно шахтовая. Но я продолжаю добывать. Мы добудем на Х2 улучшение урона. Сработало, смотрите, столбец. Прям полностью весь столбец у нас, получается, прокопался. Так, если я зажимаю левую кнопку мыши, как вы видите, эффект у нас вот такой. А если я нажимаю автокликер, эффект у нас вот такой. Не на бесконечно, кстати. Просто подкапывает. Неплохо подкапывает, но не бесконечно, к сожалению. Я думал, прям до самого низа. Размечтался. Press R to reset mine. Нет, пока что нет, спасибо. Я хочу откопать ее полностью. Level 3. Отлично. Нашли маленький мешочек. Последний кусочек отросток у нас остался. Сейчас постараемся его подрезать. Не так-то просто это сделать. Кстати, я далеко, далеко-далеко бью вверх. Именно вверх бью далеко. Все, очистили полностью. Полностью зачистить стандартную шахту. И что теперь? А теперь 821 деньга. Серьезно? Кошмар. То есть ничего не заработал. Значит, нет смысла долго париться. Я тебя понял. А что здесь в мешочке? 18 тысяч. Я из мешочка заработал больше. Так, во-первых, мы, конечно, берем Х2. Еще один Х2 мы, увы, не сможем взять. Дальше все нужно до первого уровня хотя бы. Длинные ручки, так длинные ручки. Вот это тоже возьмем. Здесь такие крошечные шансы, конечно. Фантастика. Но нам нужно увеличивать... Да, нам нужно это увеличивать. Денег? А давайте денег тоже увеличим. Чтобы дальше можно было продвигаться. Какую я шахту зачистил? По-моему, G. Давайте теперь в H посмотрим, что у нас. В H, по сути, то же самое, то, что и в G. Просто больше синих блоков. Только и всего. 870. Просто вот сейчас взял и получил. Уважаемо. Так и нужно, на самом деле, работать. Так, а сколько нужно, говорите, 20 тысяч? 20 с половиной тысяч даже. Я вот это прокачаю. Так... А здесь 75 тысяч. Наберем, наберем. Повезло, конечно, поначалу с сундуком. Ну, не с сундуком, а... Ну да, с сундуком, я же открыл сундук. Так, здесь у нас уже идет галдень с золотыми блоками. Продаем за 1000 сразу. Хорошо. Так, и последнее, мы уже переходим непосредственно к нашему, к Джею. Где нам предстоит зарабатывать? Именно здесь. Может быть, есть какое-то ограничение по количеству? Нужно время от времени это продавать. 900, кстати, не так уж и много. Предыдущий было больше. Там, правда, золотой блок был.
Сейчас вот 3 золотых блока мы снесем, посмотрим, сколько будет по деньгам. Ух ты. Ничего себе, я, конечно, молодец. Я по 2 линии стараюсь прорубать. Можно и по 3 линии, тоже в плюс-минус комфортно. Больше не особо удобно. Опа. Ну вот, один косарь. На кой мне столько? То есть мне нужно постоянно, получается, манибак нужно увеличивать, я понял. Видимо, да. Потому что мешок для денег. У меня просто не складывается много. Что-то интересное выпало, что это такое? Сырое золото. Может быть, продано. Может быть, переработано. Так, вот они у нас скинчики. Я могу золотую кирку скинчик. Экипировать скин как раз. И вот древняя кирка у нас еще есть. Ой, тут вообще много всего. Нет, пока рано. Да и плюс скинчики же ничего не дадут. Партиклы какие-то. Различные эффекты получаются, да? Ой. Ну нафиг. Пока обойдусь. Так. Видимо, мне нужен... большего размера сундук, я не знаю, котомка. Давайте ее возьмем, до 65 уровня сразу прокачаем. По идее, сейчас я должен зарабатывать больше бабок. Я не знаю. Кстати, а где переплавка-то? Где переплавка? Покажите мне, пожалуйста. Тут что-то интересное. Артефакты. Перерождение. Это пока мы не можем. Это обмен, видимо, какой-то у могильщика. Мне бы золото переплавить. Каким-то образом. Это вот магазин за кристаллы. Все в бочках сидят почему-то. Так, новый рецепт. Прогрессии. Вот. Вот. Потеря 80... Вернее, 80% шанс на провал, 20% на успех. Грустно. Высокий шанс на провал. 98% это шанс на провал. Я понял, это невысокий. Ну, поехали, что ли. Первый рецепт обрабатываться будет. 5 минут. Питомцы. Вот, смотрите, у нас питомцы. Их нужно как-то анлокать. Окей. Мистер Камень, 999 уровней, у этих почему-то по 5 уровней. Ладно. Так, а справа у нас что? Справа тоже какой... Ух ты ж. Скиллы различные. Так, эффекты. Один шанс получить ключик, 50%. Автоматически продает 2,5% твоего бакпака каждые 10 секунд. С одной стороны неплохо, с другой стороны вот, продажа. Продажа это прям очень хорошо. Больше предметов. Ключики, правда, это топ. Такой вот прям момент, конечно, интересный. Ну давайте. Так, это что такое? Квест перезаряжается быстрее. Давайте сюда пойдем. Добром. Здесь уже 2 требуется. Так, какие-то майнинги. А, тоже можно было бы купить, да? Угу. И силы тоже. И все за марганец. У меня есть марганец один. Давайте поглядим. Смотрите, разрушаемые блоки, разрушенные блоки разрушают блоки рядом. 1% моментально уничтожить блок. Так, а здесь какие силы у нас? Next tier bug. Это шанс то, что котомка, которую мы найдем, она будет более крутая. Спавнит 2 гема в каждой шахте. Это интересно. Слушайте, по поводу гемов, это очень интересно. Я возьму. Комбаты нам пока не нужны, а вот если мы сможем гемы фармить, это бы нам пригодилось. Так, что изменилось?
Я могу увидеть эти гемы, нет? Видимо, не очень. Может, есть шанс на выпадение? Но потому что я гема не увидел. Я подумал, гемы будут в шахте. Но я не вижу. Может быть, конечно, именно не увидел, но черт бы с ним. Так, поехали. Вот я добываю линию. За косарь продаю. Хорошо, а если я понасобираю сейчас больше? Давайте так. Вот правда, насобираю сейчас больше. Что тогда будет? Сейчас давайте вот три линии, да? Сейчас за 1,1 косарь я продал. Это 3D. Хорош. Надо было емкость увеличивать, я тебя понял. Четвертый уровень. Еще марка не сдали. Ну-ка, R to reset mine. О, и я просто появляюсь сверху. Окей, это когда мы откапываем, получается... Я не знаю, наверное, больше половины все-таки. Ну, плюс-минус половину, да? Так, я могу уже на следующий этап выйти. Единственное, что чуть-чуть хочу еще покопать, потому что мне нужно... Вот, 2600 мне уже хватит. Все, тогда докапываем два вот этих ряда. Продаем и побежали. Мы купим и улучшение урона. Нам нужно улучшение урона. X2 возьмем. И в то же время мы сможем взять новый уровень. Новый этаж, новый этап. Все, X2 урона. Следующий 81 тысяча, ничего себе. Прилично. И вот покупаем за 75 тысяч кей. Что у нас здесь? Алмазы. Ух ты, алмазный блок. Алмазный блок, вы посмотрите. Фантастика. Разбивается, конечно, все быстро. В том числе и алмазы. И денежки вот так вот просто идут. Окей, работаем. Пятый. Да уж, да уж. 10, 50. Максимум жалко, что нет. А по-моему есть. Нет, нету. Ну, я думаю, баймакс можно купить. Прям общий баймакс. Ладно, нет так нет. Давайте прокачаем все-таки. Вот это вот все. Ага. Ну, хотя бы как-то, чтобы это получать. Денежки, правда, тоже поставим на заработок. Это не будет лишним. Дальше по шансам. На самом деле все это дешево и можно действительно понапрокачивать. До какого-то адекватного уровня. Что по квестам? Нужно получить дофигища предметов. У меня пока только 3 получено. Давайте посмотрим, как там оно переработалось ли. Времени прошло достаточно. И... Получили ничего. Ничего страшного. Запускаем еще. Я умудрился заполнить колодец деньгами. Так, завершите специальную мину. Давай попробуем. Мину. Завершите специальную шахту. Ага. Ого. Ничего себе. Это прям ультра жестко, если честно. Посмотрите, какой прочности блоки. Что за блоки? Это Void Stone некий. Тут вода течет. И нас будет топить? Какой-то Атлантис. Это не топит, это так выглядит. Так, а я даже не знаю, как тот сундук взять. Вот есть сундук, да? Его разрушить нужно, я понял. Diamond Chest. В блокпедию. Так, а моя теперь задача как-то попытаться выбраться отсюда, я не знаю. Посмотрите, какие жесткие блоки. Невероятно жесткие. Хотя, казалось бы, это должны быть обычные блоки. Нифига подобного. Так, давайте аккуратненько вылазим. В принципе, вылез. И провалился. Так, давайте сундук отколупаем все-таки. Сундук отколупали. Ну и придется здесь проходить. Так, еще вот такой вот блочок меня интересует. Он как-то прям ультра-люто выглядит. Что он из себя представляет? Void блок. Ага, это Void блок. Понял. Так, давайте попробуем это все продать, что ли? Yetu Interact. В специальной, видите?
все грейдится здесь. Так, ну поехали. Покупаем, во-первых, вот это блок value. Я думаю, все по одному уровню для начала нужно. Нужно хотя бы по одному. Потом вот это берем и value берем. Угу. Чтобы стоимость блоков поднималась. И наша задача получается зачистить, что ли, всю эту шахту? Вполне возможно. Насколько она глубокая? Покажите, пожалуйста. Она обалдеть какая глубокая. Что, попробовать, что ли? Зачистить? Ну, давайте попробую. В принципе, это реально. Хотя тут бежать и бежать, бежать и бежать. Вы посмотрите. Серьезно, тут бежать и бежать и бежать. Безумно далеко. Продажа-то хотя бы есть? Я вот добежал до конца. Здесь есть сундуки. Это приятно. Собираем их все. Много поинтов за это имеем. За эти самые поинты мы как раз-таки сможем хорошенько прокачаться. Ну-ка. Нет, никаких продаж нет. То есть здесь мы чисто внутри шахты работаем. Купили еще улучшение. Еще одно улучшение. Еще берем. 10 тысяч уже многовато, конечно, ничего. Шестой. Ух, не без труда, конечно, но накопил. Х2 у нас получилось. Еще быстрее буду добывать. И еще быстрее будет накапливаться. Остальные штуки на самом деле что-то как-то не очень хочется. Какой-то новый тип блока? Да, смотрите. Зачарованный блок. Седьмой. Тьмой. Вроде как. Я очень, во всяком случае, на это надеюсь. Это все. Нет? Да ладно, нет. Неужели где-то пропустил? Вот сейчас обидно, кстати. Да вроде бы нет ничего. Я раскопал полностью эту шахту, а толку никакого. Грустно немножко. Ну ладно, возвращаемся в лобби. И действительно, от этой специальной штуки мне ни холодно, ни жарко было. Думаешь, хоть что-нибудь там понадкрывалось? Я даже не знаю, что это, если честно. Я на 16 месте. 40 074. А тут 877 тысяч. Жестко. За что эти тысячи, я даже не знаю, но ладно. Так, ой. Это было случайно. Ничего страшного. Ну что ж, этот квест, по-моему, непроходимый. 3 минуты он будет перезаряжаться. Давайте напоследок посмотрим, что у нас там. И что у нас здесь. Ничего. Очень жаль. Нового рецепта вообще ничего не выпало в той шахте. Отвратительная шахта, если честно. Прям совсем плохая. Так, опять закидал сюда деньгами. Не так много денег требует. А может быть что-то будет, тем не менее. Так, здесь у нас тоже ничего. Платинум. Алмазный и платиновый. Вот этого я еще не открывал. И в принципе тогда получается, нам нужно будет квикстат. Сортировать. Хорошо. Нам надо будет прокачаться потом, в принципе. Здесь у нас что? Нету ключиков, чтобы отправиться на эти приключения. Пишите, ребят, в комментариях, как вам эта игрулька. Хотите ли продолжение? Ну а там уже будем поглядеть. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.